А вот знаешь, что мне сейчас в голову пришло? Я, конечно, может быть, ошибаюсь, но просто попробуй. Попробуй воспринять смерть как союзника. Угу. Потому что если ты воспринимаешь смерть как врага, то ты хочешь себя оградить от нее максимально. Спрятаться от нее. Вот. И когда, если ты уж решил прыгать, поблагодари смерть за то, что она дала тебе этот охранительный страх. И добавь к этому доверие к людям, которые тебе будут вязать это все. А потом оперись на манипур. Обопрись на смерть. На манипур, на смерть. Потому что смерть — это главный союзник. И если ты берешь ее реально в союзники, то есть ты говоришь, что смерть — это твой союзник, у тебя меняется отношение к страху. Потому что страх смерти — это связь с этим союзником. И ты все равно, конечно же, будешь бояться, потому что это природа твоего тела — бояться.